Всем привет, сегодня посмотрим трейлер Кеплерианцев на Мороженщика 4. Также я постараюсь его озвучить. Давайте стартовать. Вот Мороженщик едет через парк. Смотрите, подъезжает к своей фабрике. Написано на баннере «Фабрика мороженого». Рецепт счастья доступен каждому. И на баннере как будто бы изображен отец рода. Джозеф Салливан. И смотрите, нам показывают ту самую огромную статую, которую я вам уже показывал в предыдущем видео. И эта скульптура потихонечку поедает мороженое. Открылась большая дверь, в которой есть маленькая дверь. Мороженщик заехал. Все закрылся, чтобы ему никто не мешал. Тут есть даже веревочный лифт. И это оказался Джей. Смотри, ну Джей толстый. Я поймал всех детей, глупых толстеньких детей. Посмотрите-ка на них в их клетках. Я поймал всех детей, глупых толстеньких детей, и буду делать из них мороженое. Давай раздаем детей сегодня. Я собираюсь разбить этих пухленьких детей. Лис максимально мрачная. Он хочет приготовить из них мороженое и ржет. Ну-ну-ну, дети. Вы снова воссоединились. Видите, его это веселит очень сильно. Он их уже ловил, так а помните, в фургоне? Я оставляю вас в спокойном мгновении, чтобы вы смогли рассказать о своих приключениях друг другу. Видимо, кого как поймали. Но это не будет слишком удобным. Нет-нет-нет. Теперь, когда вы все такие красивые и полные, скоро вы войдете в мою особую комнату. Я выжму из вас все до последней капли. Мороженщик собирается из них выжать все соки и этот сок добавить как секретный ингредиент в мороженое.